Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Stig War Legacy. Так, у нас 4 миссии доступно. Так, ну что, поехали. 249. Я начну сразу же с харда, потому что я заметил, что на харде у нас, в принципе, довольно неплохо получается. Особенно, если мы успеваем прокачать наших мечников. Но здесь... Здесь, друзья мои, не всегда в мечниках у нас победа. Еще от того, как работают наши добытчики, тоже много что зависит. Так, давай-ка, наверное, сделаем парочку еще. А здесь суть — уничтожить статую врага. Статую врага. Ну что ж, давай тогда 1, 2, 3, 4. Давай пятерочку мы сделаем, наверное. 5 добытчиков. Блин, они сейчас будут у нас очень мало добывать ресурсов, потому что я их вообще не прокачал никак. Опа! Так, ну, как мы видим, уже капитончик тут как тут уже явился, не запылился. Естественно, берем, делаем наших яромечников. Блин, тут всего лишь одна перегородка. Нам надо успевать сделать их, потому что они у нас мечники, как ты видишь, прокачаны по фулке. Броня у них тоже топовая самая стоит. Так, ну что, 3 мечника уже есть, это радует. Это очень радует. Так, посмотрим, что у нас здесь есть. Да ничего хорошего, вообще, ребят, ничего хорошего у нас нету по нашим скиллам, всяким спешлам. Ты, а че это ты, жук? А смотри, мне кажется, ли он какой-то побольше, чем мои стигманы, нет? Кажется, да? Ладно, допустим, мне кажется, давай-ка. Ага, он еще одного призвал. Если мы возьмем примерно 2 мечника на одного капитона, то получается, что мы должны их победить. Давай-ка я вначале пробью здесь вот эту баррикаду. Она нам не нужна. И сейчас будем бежать на них в атаку. Он уже напрягся. Ага. Так, еще что ли один идет? 3. Ну-ка, давай, ребята. Сейчас посмотрим, как мы наносим ему урон. Так, знаешь, что я скажу? По-моему, у меня проблемы будут. Проблема заключается в том, что я не могу их пробить. Они довольно жирные. Я думал, что вначале мне показалось, что они какие-то больше, типа, моих мечников. Но ничего подобного. Это не показалось, ребят. Они на самом деле крупнее. И мало того, что крупнее, они еще и живучие оказались. Ну что же, они, наверное, сейчас побегут опять. Нет, тут они не стали отбегать. Сейчас мы одного с тобой капитона завалим. Вот этого бы еще бомбануть, было бы вообще, ребят, шикарно. Ну что, пока у нас ничья. А, нет, у меня 2 яромечника погибло, а у него 1 капитон. Несправедливо. Я с таким, ребята, раскладом не согласен. Твою налево, у него еще один прибежал. Давай бомбить. Будь, как говорится, что будет. Да, внимание, враг вызвал подкрепление. Вот это вот его подкрепление. Так, ладно. Может быть, я еще зря рано радуюсь. Сейчас меня возьмут тут и накажут. А что мои стоят? Вот эти вот, что стоят, я не могу понять. Кого он там тыкает? Что они делают? А, им нужно было крестьян этих забомбить. Все понятно. Ну что же, есть. Один сундук, друзья мои, в копилочку к нам пришел. Так, друзья, ну что, мы переходим с вами на 249. Нет, подожди, 249 мы прошли. 250 уровень, опять же ставим с тобой на хард. 35 очков прокачки. Ёк-макарёк, это что такое, ребят? Что здесь будет происходить, если столько дали они мне очков на прокачку? А? Скажите-ка мне на милость. Я почти всех прокачу, ребята, по фулке. Ты представляешь? Я не знаю, ребята, что здесь такое будет происходить. Кстати, у нас же сундук. Где же мой сундук, сундучок? Я хочу его открыть, да поскорей. Ну-ка, давай, посмотрим. Куда ты полетел-то? Сундук.
открыть. Ну, порадуй папу чем-нибудь. Ну что это? Это несерьезно. Просто, ребят, несерьезно было. Ладно, поехали, я готов. Я не знаю, в чем тут суть у нас. Дожить до заката. А что, настолько все будет серьезно? Прям вот так вот все? Вы меня пугаете. Ё-моё, тут... Слушай, это, наверное, жесть какая-то сейчас будет тут происходить. Но пока я вижу, что на нас бегут никчемные мечники. Они действительно никчемные. Мы их... Этих мы порвем. Но вот мне что-то не нравится. Так, великан уже прибыл. Капитоны. Может быть, нам... Я не знаю, что делать. Давай, наверное, мага еще сделаем, на всякий случай. Пускай там со своими приспешниками. Нам нужно дожить до заката. То есть, получается, первая волна была такая проверка. Угу. Идут вторые. Вторая волна, точнее. С охламонами там, со всеми. И капитоны, лесники. Капитоны, лесники, блин. На нас бегут. Давай-ка мы их немножечко расколбасим. Самую малость. Лучники. Ты посмотри, что лучники творят. Ну, а лукарей не надо бить, да? Вот вы как, да? Бумс. Ну, допустим, допустим. Такс. Я даже не знаю, ну... Что там такое? Что? Ёпарасоте, ребята. Это что там такое, а? Будем надеяться, что наш великан выдержит. Атака, конечно, атака. Магистр кислых щей там, надеюсь, помогает мне. Ну, у него вот это вот ерунда, ребят. Это вот дальше что будет? Так, ну этого великана мы тоже запинали. Так, этого лучника шваркнули. Так, давай обратно на защиту. Обратно на защиту. Ну ты видел, да, что там прет на нас. Там ребята бегут, лучники, блин, начинают издалека бомбашить. Как же меня бесит, что мои воины не могут бежать быстрее великана. Ой-ой-ой, ты не добил. Все нормально. Так, передышки, думаю, мне тут не дадут. Да, большой? Дай-ка я, наверное, еще пару добытчиков сделаю. Так, а у меня уже, ребят, предел. Лимит. Лимитос. Магичка. Дуреха, тебя же сейчас завалят. Если тебя завалят, будет плохо мне потом. Без магички-то куда я пойду? И никуда. Ну, давай бомбаш, бомбаш по ним. Руби, вали. Так, блин, хотел сказать, может быть, этих сделать. Не могу, нельзя, не позволено. Тогда мечников сделаем. Так, что там? Что? Отступать не будем, ребята, так и пойдем. Так и пойдем дальше, в таком же составе. Ё-моё, лукари там. Давай-давай, великан, доберись до этого. Ох. Там еще и маги. А вот это уже действительно беда, если маги еще пошли. Ну, опять же, ребята, благо, что у нас есть хил. Все, отступаем. Но солнышко еще, ребята, светит. Так, теперь огненные пошли. Там были, значит, это, да, мне кажется, в конце пойдут суперэлитники. Вот такие же, как у меня, яромечники. Скорее всего. Но... Давай. Поехали.
Да. Скорее всего, в конце пойдут вот ребята с супер оружием. Противники. Сейчас мы этих бомбанем. У нас есть еще шанс туда хильнуться. Если мы, конечно, приставы, как говорится, постараются очень сильно. Давай-ка лучников, наверное, сделаем. Хилять, хилять. Вот этого великана, пожалуйста, хильните. Бегут. Поехали. Так, куча капитонов. Куча капитонов вражеских, плюс тут под прикрытием лучников. Ну и, конечно же, старые старики, колдуны. Так, мы несем потери пока. Я прибавочку сделал в плюсик к нашим мечникам. Яромечники. Так, что там? Бандерланд Флейм Фидерс. Это что такое? Ёпарсете. Стоим здесь. Могу я? Не могу я нифига. Погнали. Как говорится, перед смертью не надышишься, да? Блин, там два огненных великана. У меня самые, вот эти вот, самые примитивные великаны, если честно. В превентивной броне. Что они делают? Кого не хиляют? А что у меня? А, нет, две. Я уже думал, что одна хилка осталась. Нет, две. Так, этого рубанули. Ох. Давай, мечник, на кукан его. Нормалек. Так, теперь с этими разбираемся. Пришли тут тоже мне паршивцы несчастные. Костяные, да? Это в костяной броне были. Все, вперед на базу. Хиляться. А этот-то что здесь делает? Руды-то нет. Он теперь помогает нам драться. Но если руды нету, я тебе, так уж быть, сделаю. Один рудничок я тебе позволю сделать. Фига у нас денег, 10 тысяч с лишним, прикинь. Так, там очень много лучников. Ух. Мне главное не потерять жрицу, друзья. Жрицу нельзя терять, потому что, ну, без нее вообще будет туго. Так, мы хотя бы хиляемся, а без нее что мы сделаем? Да ничего. Хила не будет и финита ля комедия. Поиграли, как говорится, да? Вот магам, блин, надо мне еще одного как-то сделать. Если мы сделаем мага, будет очень даже хорошо. Все, разобрались. Давай назад на базу. Ё-моё, идет. Идет чуть-чуть. Блин, ты посмотри, один великан, ребята, скоро, ну, отдаст копыта. Так, там три великана идет. Ну, куда ты? Успеет, интересно, схильнуться, как думаешь? Боюсь, что не успеет. А где мой еще-то великан? Я же заказывал. У меня должно быть их три. А, вон там, раз, два, три, видимо. Я его просто не вижу. О-о-о! Ты че такое там идет, ребята? Это что там идет? Идрить тебя на корень, ты посмотри. Да как так-то? Ой-ой-ой, я сейчас боюсь, что я сейчас представляю, что сейчас будет. Бубу, бубу. Ну смотри, мы у них, кстати, мы здоровье, ребят, отнимаем у них. Не то, что отнимаем, мы их наказываем. Просто, ребята, берем и наказываем их. Вот это да, вот это что там? Вардханар какой-то бежит. Вардханар, это вардханалия, ё-моё, не вардханар, блин. Ой, друзья, не знаю. О, смотри, что впереди.
Нет, не надо моих жриц уничтожать, пожалуйста, плиз, плиз. Блин, у меня есть что-нибудь, что у меня тут есть, молния есть. Ребята, молнии их очень хорошо, кстати, покромсали. Ты посмотри, что мы просто не сдаемся. Надеюсь, это последнее. Да, ребята, мы выиграли. Фух, чудом, просто каким-то чудом. Офигеть. Так, ну что, друзья мои, 251-я миссия. Уничтожьте статую врага на харде. Конечно же, пойдем на харде. 8 очков мне всего дают. Ну, наверное, вот так вот сделаем. Почему, ребята, я прокачиваю мечников? Ну, во-первых, у них топовая броня. Это, наверное, и слепую видит. Так, а что это за... Что это у них за сумочки такие интересные? Вообще какие-то как будто аборигены. О-хо-хо-хо. Ядрить, колотить. Смотри, кто на меня бежит. Странные капитоны. Как будто из племени Майя сбежали, да? Есть такое ощущение? Вот у меня почему-то есть. Ну ладно. Хороши, наверное, бойцы эти. Хороши. Может быть, попробовать... Давай-ка я, знаешь, что сделаю сейчас? На пробу. Блин. Пойдем попробуем. Их больше, конечно. Но посмотрим. Мне нужно проверить, насколько они сильны. Ну, солдаты-ватники. Смотри-ка, ну он не сдается. А эти сразу побежали, а? Трусы позорные. Сразу же по смоточкам давай. Так, давай мы, наверное, еще двух добытчиков возьмем. Раз, два, три. И наших... Слушай, ну хорошо, хорошо у нас ребята наяривают. С такими мечами прикольными. Сейчас и этих отдуплим. Они не бегут с поля боя, как трусы последние. Вот эти, да, эти бегут. Нормально. По хребту-то мы им надавали там. Сейчас этого вот... Ау, не добежал парнишка. Пацан к успеху шел, но не дошел. Еще мечников. Орду мечников, ребята. Я не успеваю их колбасить, как он уже опять сделал. Очередных воинов. Он очень быстро их клепает. А что, если я начну базу ему разбирать? Что он на это скажет, а? Что он мне скажет на это? Какая армия выйдет против меня? Враг вызвал подкрепление. Ну, слушай, по-моему, тут будет победа за нами. Вообще колбасим их. Фу. Детский сад был какой-то, ей-богу. Так, отлично. Ну что, последняя миссия у нас осталась. Ну вот и все, 252-я миссия на харде. Нет, можно, конечно, проходить на невозможном, но я, ребят, сомневаюсь, что у меня получится, поэтому я прохожу на харде. Это, как бы, я считаю, самый-самый оптимал и нелегкий, ну, нормал, можно так сказать, дожить до заката. Против кого будем драться, вот самое главное. Пока я считаю, что зомби это самые противные противники. С людишками еще как-то можно справляться. Но зомби, когда идут, ух, особенно вот эти зомби-титаны, это, конечно, вообще труба полная. Трэш. Просто трэш будет. Ну давайте, давайте, давайте. Ребята, вы что там, не добываете-то мне? А молнии очень хорошо бомбили. Жалко, что, конечно, пришлось потратить. Угу. И, как всегда, мы играем с выключенной музыкой, потому что, ребята, здесь музыка под запретом на авторские права. Поэтому приходится вырубать полностью. Я вначале думал, вырублю просто звуки и оставлю хотя бы, ну, вот эти вот спецэффекты, ну, звуки вот эти вот. Игровые взрывы, там, удары. Так ведь здесь нет такого.
Так, подожди-ка, я что-то не вдуплил. Это что такое? А, ну так мы же должны дожить до заката, ё-моё. Они так и будут на нас идти. Слушай, а что-то здесь? А вот здесь они какие-то крепкие, если так можно сказать. А знаешь, кого мне нужно? Мне нужно бы подкрепление в виде мага. Маг бы мне здесь... Блин. Не успею, да? Конечно, не успею никакого мага призвать. Погнали, ребята, потому что иначе нас лучники издалека разбомбят. Тоже, что ли, Лукарейна делать? Или как? Я не знаю, как пока правильно, ребята, поступить здесь. Но лучники будут постоянно нас тут терроризировать теперь. В принципе, можно капитонов. Давай капитона закажем, наверное. Они как бы... Ну, хорошо защиту имеют против лучников. Ну, где они там? Два капитона плюс два лучника бегут на нас. Пошли. Так, половина с этим занимается, половина лучников. Вот это я понимаю, вот это команда, да, нормально. Не стали всех бомбить этих, а переключились на лучников. Блин, а у меня капитон-то вышел. У меня капитон-то не прокачан, нифига. Нуб. У меня капитон нуб. Вот что я тебе скажу. Блин, до заката-то еще, извини меня, сколько тут ждать. Очень медленно, ребят, солнышко садится. Очень медленно. Я хочу призвать этого мага, я коплю на него, ребят. Приспешники здесь не помешают, уж поверь мне. Но мы тоже тут несем потери. Хотя не такие большие, как враг, но несем. По крайней мере, очень мало здоровья у нас у некоторых бойцов, которые просто на один удар. Если лучники выйдут, они выйдут, рано или поздно нас начнут здесь потихонечку подкашивать. И мне кажется, на всякий случай нужно все-таки велик... О-хо-хо-хо-хо. А вот тут я уже пожалел о том, что, ребята, у меня нету лучников-то. Пора. Сейчас будет, конечно, расколбас. Они бомбят, они массово бомбят, ребята. И бомбят очень... Очень серьезно бомбят своими заклинаниями. Это они вдвоем вышли. А ты прикинь, если бы они вышли вы с армией бы. Хм, мне бы здесь не поздоровилось. А так они вышли одни в поле боя. Ну вот. Вот и дождались. Так и думал, что придут. Что будут тут великаны. Сейчас начнут. Ну интересно, что это за новый... Или это новая броня появилась в игре? Я не знаю, ребят. Надо глянуть. Есть. Не успел он там последний взмах сделать. Е-е-е. Выиграли, друзья. Поздравляю нас с победой. Ну что, друзья, вот и прошли мы с вами все четыре миссии. Фига тут за руку этот зомби укусил. Мага, убей мага. Так что на этом все, всем удачи и до новых скорых видосиков.